Заключительный день в Китае. Сегодня у ярославских боксеров последняя тренировка в Поднебесной. Городской телеканал уже сообщал, что трое наших спортсменов, Максим Барановский, Михаил Каиргалиев, Вадим Фокин, отправились туда по обмену. Для российских и китайских юношей в Нанкине прошел тренировочный лагерь. Ярославские спортсмены вместе с иностранными коллегами занимались под руководством азиатских мастеров, перенимали нюансы техники ведения боя. По итогам провели несколько матчевых поединков. Поездка в рамках договоренности руководства Федерации бокса Ярославской области и Управления по физической культуре и спорту мэрии планируется ответный визит китайских спортсменов. Так,